событие действительно для Аэрофлота. Это четвертый по счету и самый большой, один из самых современных ангаров. Новая современная система противопожарного тушения, в том числе роботизированная. У нас имеется система видеонаблюдения, имеется система вентиляции и кондиционирования воздуха, которые имеют рекуперацию воздуха и, соответственно, помогают экономить энергию. Закуплены инструменты, проведена учеба персонала, проведена раскладка доковой системы, которая позволяет, как вы видите, совместно с телескопической платформой иметь доступ к любой точке воздушного судна, безопасно выполнять на них свою работу инженерно-техническому персоналу.